В Африке и кругом, и всюду чудеса. Пасторы с легкостью возвращают с того света мертвецов и ставят на ноги безнадежных больных. Но, правда, ничего не могут поделать с бесчинствами мусульманских племен, которые немало досаждают христианам на религиозной почве. Об этом мы говорили ранее, а вот сегодня уделим внимание спортивной теме. Бог – большой поклонник спорта. А иначе для чего спортсмены обращаются к нему с молитвами перед началом соревнований и благодарят его, когда оказываются на пьедестале и получают награды? Другое дело, что молятся все – и победители, и проигравшие. И если считать, что Бог существует, молитвы до него доходят, а он на них хотя бы изредка реагирует, то его избирательность можно объяснить только тем, что у него есть определенные предпочтения в спорте. Ну, в самом деле, не могут же выиграть все. Хотя зачем тогда молиться? Только если верить и надеяться, что у Господа действительно есть любимчики-атлеты. Особая спортивная любовь Бога – это футбол. Наверное, никто не демонстрирует особое отношение с Господом прямо во время спортивных соревнований так часто и навязчиво, как это делают футболисты. Все время крестятся на поле и, реализовав голевую передачу, благодарно смотрят наверх. Сборная по футболу Кот-д'Ивуара неожиданно для болельщиков и самой себя обыграла команду Нигерии и стала победительницей Кубка Африканских наций. Результат спортивных состязаний некоторые назвали настоящим чудом, поскольку мало кто ожидал от игроков Кот-д'Ивуара такой спортивной прыти после длительной серии поражений, дисквалификации ключевых игроков и увольнения тренера. Накануне финала Кубка в храмах Кот-д'Ивуара были проведены службы, во время которых верующие молились об успехе местных футболистов. Молитвы возносились и в мечетях. Болельщики были уверены, что Бог на их стороне. Во всяком случае, в этом году. И действительно, 11 февраля Кот-д'Ивуар сенсационно обыграл Нигерию со счетом 2-1. Вы будете смеяться, но некоторые христианские сайты преподносят успех сборной Кот-д'Ивуара как свидетельство реальности всемогущего Бога, который когда-то создавал целые вселенные, а теперь развлекает свои земные творения дешевыми фокусами, загоняя мячи в ворота, словно старик Хоттабыч. Это раньше, давным-давно, всякие Фомы Аквинские ломали головы в попытках выдумать доказательства существования Бога. Хотя получалось это у них из рук вон плохо и вызывало не благоговейный трепет перед Создателем, а гомерический хохот, сдерживаемый лишь страхом перед репрессивной машиной церкви. Сейчас все гораздо проще. Влетел мяч в футбольные ворота, ну точно Бог есть. Затолкал хоккеист шайбу, вот она сила Господа. Попал гольфист в лунку, спасибо Всевышнему за поддержку. Перекрестился гонщик перед стартом и выиграл заезд, как же после такого быть атеистом? В 2003 году Великобритания принимала этап гоночной серии «Формула-1», во время которого произошел опасный инцидент. В какой-то момент заезда на трассе в Сильверстоуне оказался католический священник Нил Хоран. Одетый в зеленую жилетку и короткую ирландскую юбку, служитель культа, буквально маневрировавший среди пролетавших мимо него на огромной скорости болидов, размахивал плакатом, надпись на котором призывала читать Библию, поскольку в ней нет ни одного слова лжи. За свой перформанс на гоночной трассе Хоран провел в тюрьме 2 месяца. Нил Хоран известен своими проповедями и пророчествами о скором наступлении Второго пришествия, после которого Иисус будет лично управлять миром из Иерусалима при поддержке неких бессмертных святых. Названия книг, которые в свое время написал священник, говорят сами за себя. «Великолепный новый мир скоро настанет», «Просто великолепный новый мир» и, наконец, «Христос скоро отнимет власть у всех правительств». Демарш одиозного ирландца на Гран-при Формулы-1 в 2003 году вылился в серию аналогичных протестов во время других спортивных мероприятий. Так, в 2004-м, в своем ставшем уже традиционном наряде, Хоран появился на скачках, где охрана едва успела скрутить служителя культа до того, как тот угодил бы под лошадь. Тогда же священник напал на лидера марафонского забега, проходившего в рамках Олимпийских игр в Афинах. В руках у Хорана был плакат, извещавший о скором приходе Мессии. В том же 2004 году юродивый проповедник предстал в суде по обвинению в растлении несовершеннолетней девочки, с которой он играл в прятки голышом, однако за недостаточностью улик был оправдан.
Для закрепления сомнительного успеха и ради продвижения своих книг Хоранс заявил, что во время чемпионата мира по футболу в Берлине он выйдет к стадиону с плакатом с надписью «Адольф Гитлер был хорошим лидером, который следовал за словом Христа», после чего поставит в ближайшей церкви свечку за здравие фюрера. Проведя несколько месяцев в тюрьме, Хоран, на тот момент уже официально лишенный церковью сана, отправился покорять шоу-бизнес и принял участие в шоу «Британия ищет таланты», где станцевал ирландскую джигу и, вполне ожидаемо, до финала не дошел. С недавнего времени православные служители культа, окрыленные безмерной поддержкой государства, которому сложно обойтись без поповских наработок в деле влияния на неокрепшие и лишенные зачатков здравого смысла умы, перестали чувствовать землю под ногами, уверенно следуя к духовности буквально по костям. Относительно свежие мощи появились в Русской Православной Церкви благодаря усилиям Петрозаводской и Карельской епархии, которая разжилась в Клеменецком Свято-Троицком монастыре останками преподобного Ионы Клеменецкого. Преподобного, умершего в XVI веке, доставали из земли по частям. Сначала откопали верхнюю часть тела, а спустя почти два месяца на радость служителям культа недостающие нижние конечности. Религиозный пазл был собран, и теперь в церкви появилась еще одна реликвия, при помощи которой служители культа будут наглядно демонстрировать силу Господа, не слишком великую, учитывая степень сохранности мощей, и заколачивать относительно неплохие деньги буквально из воздуха. Ведь, как известно, любые церковные мощи обладают одним уникальным свойством – они способны плодиться и размножаться. Правда, без какой-либо чудесной составляющей, но при участии служителей культа, которые не гнушаются расчлененкой, дробя честные останки на мельчайшие образцы для того, чтобы, грубо говоря, хватило всем. Тем временем к аресту и немалым проблемам привело хозяйку питерского тату-салона Дарью увлечение создавать татуировки на религиозную тематику. Среди ее работ и работ еще одной сотрудницы салона – восьмиконечный крест из котиков, Иисус, на коленях которого сидит персонаж аниме, храм, опять-таки, с котиками, и человек, находящийся на пике сексуального удовлетворения, в котором верующие без лишних раздумий опознали Христа. После доноса православного движения 40-40 на тату мастера завели уголовное дело по знаменитой 148 статье об оскорблении чувств верующих. И удивляться этому не стоит. Это и есть та самая духовность, кровавый шлейф, за который тянется уже 2000 лет. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, когда кому-то приходится страдать из-за того, что кто-то посчитал свои религиозные чувства уязвленными, верующие подкладывают самим себе жирную нехаляльную свинью. Во-первых, о том, что именно их оскорбило, становится известно буквально всем и на каждом шагу. Во-вторых, их бог, их религия, и они сами предстают в совсем неприглядном свете. И думаю, об этом им стоит напомнить еще раз. В движении 40-40 уверены, цитирую дословно, что ни изображений котиков, ни собачек, ни лошадок, ни обезьянок, ни каких-либо других вкраплений или других деталей, профанирующих святые религиозные символы, быть не должно, так как это неуважение к святыням и кощунству. Конец цитаты. Верующие очень часто безапелляционно заявляют, что по отношению к их святыням люди должны испытывать только одно чувство – уважение. Однако уважение нужно заслужить. Авансом любить вашу религию никто не обязан и делать это не будет. И то, как вы ведете себя, и то, что из себя представляют ваша религия и ваша церковь, никак не способствует формированию ни к ним, ни к вам ни малейшей капли уважения со стороны людей, не готовых склонять голову перед тем мракобесием, которое вы проповедуете и которое является вершиной того, что вы в состоянии понять. Поддерживать видимое величие религии можно только палками, дубинками и нагайками. И уж поверьте, а вы умеете это делать, эти средства никогда ни у кого не вызывали уважения. Да, любой человек имеет право изображать ваших Христа, Будду, Мухаммеда, Аллаха и прочих персонажей религиозных сказок где угодно, как угодно, на чем угодно и абсолютно в любом виде. У вас нет монополии ни на их лики, ни на то, каким именно образом представлять себе центральных персонажей ваших религий. Вы вообще не имеете к ним никакого отношения. И ваши обиды на что-то, что вам не нравится, это исключительно ваши проблемы.
вы можете совершенно свободно критиковать тех, кто критикует и не принимает вашу веру, и вам этого никто не запрещает. И вы это делаете, хотя отказываете в том же самом тем, кто высказывается о вашей религии. Но если у вас нет других аргументов, кроме угроз штрафами и тюремной камерой, то грош цена вашей религии и вашему Богу, которого нужно защищать при помощи земных законов. К вам же обращался апостол Павел, когда объяснял, что Бог поругаем не бывает. Так следуйте вашему священному писанию и заветам тех, чьими руками создавалась ваша религия. Оставьте наказание Всевышнему, если верите, что после смерти богохульники ответят за свои грехи. Или все-таки не верите? Не ваш Бог обидчив, это было бы совсем смешно. Обидчивы вы, потому что знаете, никто кроме вас вашу смешную веру не защитит. Богу нет никакого дела до креста с котиками, даже если бы он существовал. И в глубине вашей вымышленной души вы прекрасно понимаете, что его нет. Потому и пытаетесь заткнуть рты всем, кто смеет говорить об этом вслух и не склоняет голову перед старыми предрассудками. Так что получается, никто и ничто не оскорбляет верующих больше, чем их собственная вера. Если служители культа так любят лазать по чужим постелям, копаться в чужих головах и шарить своими духовными ручонками в чужих штанах, давайте то же самое сделаем и мы, только уже самими божьими прислужниками. Ровно 30 лет назад, в 1994 году, словно гром среди ясного неба, на котором, как кажется верующим, громоздится христианский бог, прозвучала новость о том, что католические священники просят Ватикан отменить обет безбрачия. По мнению измученных духовностью служителей культа, целибат приносит больше вреда, чем пользы. Его уже все равно мало кто соблюдает, так как каждый третий проповедник Слова Божьего имеет тайную любовницу. В СМИ звучали такие цифры. В Германии сотни женщин состоят в отношениях с католическими священниками, имеют от них детей или когда-то делали аборт после любовных связей с ними. Уже тогда целибат называли одной из причин того, что с каждым годом все меньше молодых людей решают связать свою судьбу со служением церкви. Если в 80-х годах ежегодно чуть менее 900 человек заканчивали семинарии, то в начале 90-х этот показатель едва достигал 400. Результатом этого были пустующие приходы, прихожане которых вынуждены были обходиться без священников. Еще одной церковной проблемой стало растущее количество обращений от служителей культа либо освободить их от обета безбрачия, либо отпустить на все четыре стороны. Чаще всего церковь ничего не предпринимала, из-за чего священники вынуждены были проживать две жизни – духовную и светскую. В немецком городе Бамберг даже прошла демонстрация, во время которой собравшиеся под окнами резиденции епископа люди требовали отмены обета безбрачия. Но Ватикан предпочел проигнорировать коллективное письмо 65 тысяч немецких верующих об отмене целибата. О необходимости снятия запрета священникам создавать семьи заговорят гораздо позже, уже в 2000-х, но уже совсем по другому поводу, когда на свет Божий всплывут шокирующие подробности того, как служители культа католической церкви десятилетиями растлевали несовершеннолетних мальчиков и девочек, пользуясь своим духовным авторитетом. Сложно сказать, действительно ли обет безбрачия являлся основной причиной того, что служители культа направляли свое либидо на беззащитных детей. Но целибат все еще действует в католической церкви, несмотря на роптание священников и проблемы самой религиозной организации, вынужденные оплачивать многомиллионные иски от жертв педофилов в сутанах. Впрочем, газеты 90-х называли одну из, наверное, не совсем очевидных причин, почему Святой Престол никак не может решиться на отмену целибата. Обет безбрачия позволяет церкви существенно экономить. Ведь содержать одного священника гораздо дешевле, нежели взваливать на плечи прихода необходимость оплачивать проживание как самого пастора, так еще и его семьи. Как это часто бывает, все вновь уперлось в деньги. Даже если речь идет, казалось бы, о сугубо религиозных делах. Светлана задает следующий вопрос. Как, на ваш взгляд, бороться с буллингом в школе? Стоит ли переводить на домашнее обучение? Вы знаете, прежде всего нужно научить
ребенка, знаете, в таком состоянии бесстрастия, чтобы он не реагировал на какие-то вещи, может быть, которые его оскорбляют, не пытаться отвечать на провокации, потому что жизнь человека, она протекает в разных условиях, в разной среде, и поэтому, может быть, примеры вот этого буллинга могут быть неким, знаете, некой вакциной для того, чтобы человек, входя в жизнь, понимал, что жизнь – это не просто прогулка, это испытание, и в том числе испытание от ближних в том числе. Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас.